Жители села Чандура Халкаловского муниципалитета протестуют против того, что территория, служившая для их пастбищами, дорогой для скота и людей, в период полевых работ продана по аукциону. Жители требуют аннулировать сделки между государством и покупателем. Территория с площадью около 1410 квадратных метров по аукциону за $30,000 купил Валерий Марабян, житель села Делиска. Собственник земли Валерий Марабян говорит, что он ничего противозаконного не делал. Продали, и он купил. Жители договорились, что напишут официальное письмо местному муниципалитету, которое перенаправит его в ответственные органы.